В столице спасатели помогли забравшейся на крышу кошке. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн» и сейчас подробности. Сегодня, 28 февраля, дежурная смена спасателей Московского авиационного центра помогла попавшему в беду домашнему животному, сообщается в группе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города во ВКонтакте. Помощь понадобилась кошке, которая оказалась на крыше трехэтажного таунхауса в Рязановском поселении и не могла слезть. Спасатели воспользовались трехколенной лестницей и сняли с крыши животное, после чего передали кошку хозяевам. Отмечается, что животное просидело на крыше около недели, однако его вовремя обнаружили и оказали помощь. Пока это все, еще больше новостей из жизни столицы и не только вы можете найти на сайте mymsk.online. Всего доброго!